Хорошие хлеба созрели на полях совхоза «Кировец» Немского района Кировской области. Собрать урожай без потерь – такая задача стоит сейчас перед механизаторами хозяйства. План у совхоза немалый – сдать государству 1500 тонн зерна, а обязательства, взятые коллективом, в два раза выше – 3000 тонн. Сельские труженики понимают огромную важность задач, поставленных продовольственной программой. В совхозе «Кировец» на выращивании и уборке зерновых работают всего два механизированных звена. И посев, и уборка, и уход – все на плечах этих звеньев. Все, от первой борозды до последнего колоса. Ведь работа теперь оценивается по конечному результату – по центнерам и тоннам собранного урожая. По 2 с лишним нормы за смену выдают механизированные звенья, руководимые братьями Кожемякиными. На полевом стане в короткое время обеденного отдыха только и смогли мы увидеть братьев Кожемякиных, Леонида Николаевича, кавалера ордена Ленина и Петра Николаевича, героя социалистического труда. На комбайнах у каждого из них по 5 звездочек. Это значит, что Кожемякины уже намолотили по 5000 центнеров зерна. Идет хлеб нового урожая. В этом потоке и зерно, убранное звеньями братьев Кожемякиных. В жаркую уборочную страду думают сельские труженики и о будущем урожае. Первые борозды зяби прокладываются уже в августе.